В последнее время в соцсетях начало появляться очень много видео с танцующими женщинами. Когда я увидел одно из этих видео, я сперва подумал, что это какой-то розыгрыш. Но когда я увидел сотни этих видео, я понял, что это вряд ли розыгрыш. Ну или может быть это какой-то хоррор-флешмоб. Я не знаю, почему именно в Сербии, но это все похоже на какой-то демонический ритуал. Никто точно не знает, для чего они это делают, но есть несколько фактов. Они всегда танцуют только в ночное время, примерно после часа ночи. Зачастую рядом находится еще кто-то, кто как будто бы управляет ими. Но самое главное, это то, что ни в коем случае нельзя нарушать их танец. Смельчак на этом видео решил нарушить это правило, и вот что было с ним дальше. Эй,